Шымкентские бизнесмены бьют тревогу. Предприниматели недовольны повышением тарифов на электроэнергию. Владельцы бизнеса говорят, что терпят колоссальные убытки. Ведь пару месяцев назад тариф ТОО «Энергопоток», утвержденный антимонопольным органом, увеличился до 47 тенге, включая налог на добавленную стоимость. Теперь сумма, которую платят предприниматели за свет, увеличилась в 3 раза. Раньше я платил 400 тысяч тенге, теперь же 1 миллион 200 тысяч. Я получил еще и сообщение, что они отключат свет, если я не заплачу эту сумму. Елю завод. Бер завод имес. Что нам теперь делать? Кто в ответе за это? Антимонопольная служба говорит, что все происходит законно. Энергопоток ничего сделать не может. Нам нужен четкий ответ. Представитель Департамента регулирования естественных монополий, выслушав жалобы предпринимателей, заявил, что эта проблема временная. Мы знаем, что это временное явление, потому что сейчас правила разрабатываются. Теперь ждем решения. Представитель ТОО «Энергопоток» в свою очередь говорит, что предприниматели обязаны оплатить счет за апрель, который им выставлен по 47 тенге за киловатт. Тарифы за май обещают пересмотреть. Согласно Гражданского кодекса, договор считается заключенным с момента первого физического присоединения к сети. Поскольку вы все к сети электрической присоединены, получаете электроэнергию, соответственно, вы тем самым соглашаетесь на условия договора, и, соответственно, договор считается заключенным. Об этом гласит Гражданский кодекс. Поскольку вы электроэнергию получаете, имеет ли договор бумажное оформление или не имеет, в любом случае договор считается заключенным. Сейчас утвержденная сумма тарифа на май составляет 41 тенге 45 тиен. Однако предприниматели говорят, что это тоже дорого и просят пересмотреть стоимость услуги. В противном случае, говорят бизнесмены, они вынуждены будут закрыть более 50 предприятий. Куркем Сибалиева, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Утрар».